Более 13 тысяч жителей и гостей региона накануне Дня воздушного флота России посетили Ульяновский авиационный завод. В день открытых дверей завода они смогли увидеть самолет Ан-124 «Руслан», среднемагистральный узкофузеляжный Ту-204 и модернизированный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А. Главными участниками праздника стали сами работники предприятия и их семьи, а также ветераны предприятия. Я действительно с 1 апреля 1983 года начал работать производственным мастером в цехе 274, проработал практически 18 лет. Я ушел с должности замдиректора по экономике, плюс как ветеран Ульяновского авиационно-промышленного комплекса АО «Авиастар». Я считаю, что действительно я авиастаровский, и никуда это уже не денешь, это в крови. Сейчас завод загружен заказами на многие годы вперед. Напомним, сегодня Ульяновский авиационный завод выполняет заказ на строительство тяжелых транспортников Ил-76МД-90А. Работает над производством воздушных танкеров Ил-78М-90А. Принимает участие одновременно в нескольких авиационных программах, в том числе по МС-21, Ан-124, Ту-204. У нас сегодня профессиональный праздник. И вот насколько он у нас хорошо получится, это как бы демонстрация того, насколько мы хорошо работаем всегда, и в праздники, и в будни. Но в этом году в будни мы поработали неплохо. Мы сдали военным девятку, десятку. Уже на готове на сдаче стоит следующий самолет. И в планах у нас 6 самолетов в этом году. Ну а праздник... Мы хотим все-таки показать, какая это красивая профессия, авиастроитель. На заводе в настоящий момент трудятся более 9 тысяч жителей региона. Предприятие является одним из крупнейших работодателей Ульяновской области. Здесь всегда существует большая потребность в рабочих кадрах. А в настоящий момент перед нами стоит амбициозная задача по выпуску самолетов. Поэтому, безусловно, что мы всегда открыты всем нашим горожанам, которые хотят присоединиться к нашей команде авиастроителей, и приглашаем всех на работу. Независимо от того, что вы умеете, у нас есть свой учебный центр, мы всегда готовы научить вас строить самолеты. Сотрудникам авиазавода, внесшим вклад в развитие отечественного авиастроения, были вручены почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России и губернатора Ульяновской области, а также благодарственные письма и знаки за трудовую доблесть. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.